Красный угол Андрей Евлентьев, созвездие. Андрей Евлентьев, красный угол. А в синем углу Дмитрий Скороходов, клуб «Русских ровесников». Финал весовой категории до 52 килограммов. В красном углу Андрей Евлентьев, 2000 года рождения, 7 лет занимается саватом, имеет первый юношеский разряд и технический разряд. Белая перчатка, провел 74 боя, 60 одержал победы, является победителем первенства России, победителем всероссийского турнира «Серебряная перчатка». Представляет клуб «Созвездие» тренер Сергей Буланов. Разряд «Красная перчатка», является победителем первенства России, финалистом первенства Европы, представляет клуб боевых искусств «Ровесник» тренер Павел Столяров. Thank you.
Готовится Землянухин Иванов. Единогласным решением судей победу одержал Андрей Явлентьев, клуб «Созвездие». Единогласно.